В какой-то момент своей жизни я решила дождаться того самого человека, что найдет ключик к моему сердцу. Именно тогда я и сделала себе пояс невинности в качестве татуировки. На нем изображен висячий замок, охраняемый огнедышащими драконами, черепами и демонами. Однако, немного позже, замок открыли. Это сделал тату-мастер, пока набивал татуировку. Так что татуировка не имеет никакого смысла. Теперь...